Украинские банки игнорируют постановление суда, которым крымчан снова признали резидентами. Об этом заявляют представители правозащитных организаций, которые получили уже десятки обращений возмущенных переселенцев. Детали в сюжете. Александр переехал из Крыма полгода назад. После того, как суд вернул крымчанам статус резидентов, он пошел в банк. Однако ему отказали обменять валюту. Узнал, что постановление с банка отменили. В принципе, решил пойти купить 100 долларов. У них кредит банка мне сказали, что мы вам поменять не можем, поскольку вы являетесь нерезидентом Украины. Я показал ссылку на постановление, страницу Нацбанка, где указано, что их распоряжение, номер 199, суд признал незаконным. Они сказали, это хорошо, конечно, но сайт сайтом, а письменное распоряжение мы не получили, поэтому мы с вами пока работать не желаем. Прошло более 2 недель с момента, как Киевский апелляционный административный суд вернул крымчанам статус резидентов. Тем не менее, НБУ до сих пор не отменил свое распоряжение, и банки продолжают дискриминировать жителей Крыма. Це рішення суду є чинним, а відповідна частина постанови Національного банку є недійсною. Кримчани продовжують скаржитись на те, що банки продовжують посилатись на недійсні положення постанови Національного банку України номер 699. Зараз ми бачимо цілковите ігнорування і повне мовчання Національного банку України. Нацбанки нам ответили. Вчера на рішення Київського апеляційного суду подали жалобу. Правозащитники призывают крымчан обращаться в банки и требовать письменные ответы. Именно такой письменный отказ означает, что банк соглашается нести ответственность за невыполнение судебного решения. Гульсум Халилова, Асан Аминов, Заман, АТР. Украинские нардепы предлагают маркировать товары из России и аннексированного Крыма. 12 депутатов зарегистрировали законопроект, которым предлагают внести изменения в закон Украины о защите прав потребителей.